на рынок Намдемон закупаться детскими вещами. Только что приехали, на улице очень жарко. Я надела пиджак, но мне в нем очень жарко. И детям мы сейчас покупаем соки фруктовые, свежие выжатые, только что приготовили. И сейчас пойдем мы по магазинам. Смотрите, какие прикольные штанишки мы нашли с лампасами, точно как у меня. Только маленькие, но, к сожалению, на Лерочку размера нет. Это последний. Уже час мы где-то ходим, пока шопились, проголодались и зашли перекусить уличную еду. Ой, у меня все течет. Сейчас я сяду тоже и буду кушать. Зашли в магазин бижутерии. Заколочки с куклами Лол. Вот сюда лучше посмотри. Вау, вот это вот я хочу здесь теперь посмотреть. И выберу себе несколько заколочек. Хочу вот такие объемные с жемчугом. Игрушки, всякие брелочки. Вот такие заколочки у нас с Ники были в детстве. Пружинки. У кого тоже такие были, напишите в комментариях. А еще мы нашли вот такие маленькие заколочки. У нас тоже такие были. И вот такие звездочки. Я давно хотела купить себе шляпу. И как раз мы наткнулись на какой-то новый магазин. И все купили шляпу, в том числе и дети. Также мы закупились уже полностью. Вот наши покупки. И придем домой или же уже завтра. И покажем вам с примеркой. Потому что вещей было очень много. Как я уже говорила, мы все закупились шляпами. А детям мы взяли вот такие миленькие. Где ушки поднимаются? Ну-ка покажите, как поднимаются. Ага. Вот так вот, очень миленькие. А у вас обычные шляпы? А у нас, да, обычные. Мы настолько долго ходим, что детские магазины в торговых центрах уже начали закрываться. И мы буквально под самое закрытие успели ухватить крутую одежду. Наш шопинг подходит к концу. За нами приехал Коля. Вот смотрите, как выглядит Сеул вечером. Начинает уже вечереть. И вон там Коля оставил машину. Сейчас будем подниматься. Сейчас будем упаковывать наши покупки. Да. Кое-как дотащили, у меня руки болят. Мы сегодня кучу бабла потратили, но я очень рада. А, мы едем на фестиваль фейерверков. Да? Чуть позже поедем тогда. Да, сейчас поедем на фейерверки посмотрим. Да, то не успеем, да? Шоу закончится. Угу. Не успели мы попасть на салют, он уже начался, а мы еще даже не доехали. Тупо, но будем отсюда наблюдать. Еще из-за пробок. Да, потому что пробки. Очень сильные и большие пробки. Я надеюсь, что мы успеем, и он дальше будет продолжаться. Мы один из близка посмотрим. Все пошло не так, как мы планировали. Мы вообще думали, что поедем посмотрим на фейерверки. Но мало того, что мы опоздали на фейерверк, так еще и, оказывается, очень много народу было. Я совсем забыла про это. Прошлой осенью мы поехали на фестиваль фейерверков, и было столько же много народу, что даже была полиция, охрана везде, регулировщики. И сегодня тоже было очень много народу, и мы даже не смогли заехать в торговый центр, хотя мы хотели погулять и покушать. Поэтому мы заехали в магазин, купили здесь еду и уже дома что-нибудь приготовим вкусненькое. Ребята, я поранилась вот здесь. Ну, здесь большая рана. Если хотите меня поддержать, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. А мы с Лерой покажем вам одежду, которую мы купили на рынке Намдемон на лето для Лерочки. Это первый лук. И здесь такая полосатая футболка. И также юбка-шорты. Покрутись-ка. Вот так вот. Мне очень нравится именно вот эта футболка. Она такая приталенная. И очень красиво смотрится. Ну-ка, убери-ка волосы назад. Ага. И очень красивая юбочка. Юбка-шорты. Также купили вот такие тапочки, чтобы она ходила во дворе на площадку. Их она уже пару раз надевала. И что ты хочешь сказать еще? Ты, мама, еще моя заболела. Если хотите поддержать, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Следующая футболка также очень красивая. Мне нравится, что здесь есть что-то наподобие чокера. Такая вот подвеска. Она полностью черная. Здесь какая-то надпись. И она идет более свободная. Можно будет заправить или же даже так на выпуск. Сейчас я отойду и покажу, как смотрится образ в целом. Наш второй образ – это шляпка-зайчик с ушками, но она непростая. Нужно сюда нажать, и ушки будут подниматься. Далее – это очень нежная футболка с яблочками, сумка плетеная, как раз для размера Лерочки.
Здесь поместятся все необходимые вещи для Леры. И вот такие леггинсы красивые. Что здесь у нас? Крестики, нолики, сердечки. Крестики, нолики, сердечки. XO. Ребята, это мой уже следующий образ. Юбочка такая идет в школьном стиле. Маечка в полоску. Ну, это такая кофточка, а здесь нет рукавов. Очень прикольная. И юбка классная вообще в школьном стиле такая, со складками. Здесь еще шортики внизу. Так что все как положено. Да, защитка. Ребят, я себе оденусь и покажу вам образ красивый. Этот образ очень нежный и красивый в то время. Да, смотрите, здесь такая юбка нежная, белая, в крапинку. И футболочка. Ну-ка, покажи футболку. Волосы назад. Вот так. Вот теперь покрутись. Юбка точно как у взрослых. Мне она очень нравится. Я хочу себе только такую. Ребята, вам понравился этот образ? А то, что в Лео, он очень нравится. Лерочка в этом образе как принцесса на балу. Да, Лерочка? Да. Ну, давай не будем терять времени и приступим. Ребят, я уже, знаете, я пятый образ и вот такое платье у меня. Такой вот сарафанчик. И еще вот эта сумочка подходит под это. Да, ты права. Эта да, сумочка сюда идеально подходит. Сарафанчик такой, здесь у нее много ярусов. Можно будет носить с белой футболкой и будет многослойность. Только можно просто так носить. Пачкать. Да, нельзя пачкать. Такая вот длина. И стоил этот сарафанчик где-то $20. У меня вот застанецкий я одела. И в самом низу цветочки. Видите? Вот здесь цветочки. И майка синяя, как еще. С кляксами. Цвета какашки это. Цвета какашки? Если весна, вы не пытаетесь так. Лохте на праздники. И говорите лохте так. Да, я взяла таких штанишек побольше, чтобы она носила в школу. Но сейчас, конечно, жарко будет носить такие. Просто взяла на запас, вдруг будет холодно или же на осень. Просто такие уже износились у Леры. И многие уже стали маленькие. Очень быстро дети растут. Вот это цветная юбка. И знаете, ребята, что? У нас одинаковые образы иногда, но они одинаковые образы. Остальные какие-то вещи там знакомые. Лерочка имеет в виду, что у Каролины такая же юбка, да? Да, да, да. А точнее, это юбка-шорты. Такая вот цветочная юбочка. У нее очень легкий материал. И она идеально подойдет на лето. Еще одни леггинсы. Чисто серого цвета. Ничего лишнего, нет никаких вышивок, ничего. Только серые леггинсы. Да. Еще одни штанишки розовые. И здесь на коленях рисунок. Кто это? Кошечки. Да, кошечки. Как раз сейчас носить. Они идут более свободные и не зауженные. Ребята, это совсем не сот, который нужно платье, либо под юбку. Ну, если будет видно трусы. Да, это защитные шортики такие. И оказывается, на детей тоже есть разных цветов. Но я выбрала черные. И еще у Лерочки есть. Да, а еще у Лерочки есть розовые. Представляете, я вовсе перепутала на мамину шортики защитные. Да, я себе тоже сделала шортики беленькие. И вот такие прикольненькие они. Можно будет носить как под юбки, под платье, так и просто как шорты, как отдельный элемент гардероба. Я взяла вообще-то эти заколки себе, но на Лерочке тоже они очень круто смотрятся. Сейчас такие большие заколки в тренде, и рынок был просто завален ими. Я решила на Лерочку одеть. И очень круто смотрится на ней, да? Да. Теперь покрутись еще раз. Мне нравится. Вот так вот. А вы, ребята, напишите в комментариях, какая из вещей, точнее, какой образ вам понравился больше всего. Нам будет это очень интересно, правда? Да. Вот про эти защитные шорты я вам говорила. Их я брала еще осенью в том году. Ребята,
Мне больше всего нравится черный. А то что хорошо не пачкается, типа, и не нужно одеться так. А, ну да. Тоже правильно, да? А по поводу цен еще хотела сказать. Все цены разные. Футболки нам приблизительно обошлись в $10, юбки в $20. И вон та юбка, которая в школьном стиле, она обошлась нам в $25. Леггинсы по $10. На этом покупки не закончились. Еще мы взяли для Лерочки вот такой набор. Здесь ожерелье, браслетик и сережки, клипсы. Где они? Вот они. Еще было колечко. Ну да. Сумки оставила. Сумки, да? Себе я взяла защитные шортики белые, чтобы носить с юбками и платьями. Вообще искала подъюбник, но наткнулась на вот такие шортики. Они здесь двухслойные. И подумала, это будет намного удобнее, чем подъюбник. А еще я взяла вот такие крутые носочки с BTS со всеми участниками. И хочу их разыграть для вас. Так что скоро будет конкурс. Ребята, я думаю, что вам понравилось это видео. Если понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. И всем пока-пока!